Сегодняшнее утро я после кормежки всей толпы провел в том, что уже достало то, что дикобразы сидят в своем этом закутке. Надо гулять, а папа вылезает. И я предпринял такой вот, сделал антиперескок, привязал сетку, там сделал, нарастил сетку, чтобы не вышли погулять. Поймать дикобраза будет достаточно проблематично и небезопасно. Вот. Ну, в общем, вот так у нас получилось. Теперь мы уже со 100% уверенностью сможем снять видео с детенком. Цепелины позавтракали и скрипят себе потихонечку. Да. Слева направо цепелиль. И новый член нашей компании. Мы его что-то как-то не назвали. Какие у вас варианты будут? Это бестолковое чудовище носится. Что ты? Что такое радостное? О, так. Иха после завтрака куда-то убежал. А Яша где-то здесь бродит. Вот. Он меня уже, он уже кричит, когда я его все эти подкожные штуковины делаю. Мне его самому жалко. Самого сердца кровью обливается. Но что делать нужно? Если не делать этой поддерживающей терапии, то он бы уже давным-давно умер. Вот, красавец лежит. Спрятался, сныкался. Вот. Конвульсивные подергивания еще есть. Сегодня я ему сделаю... Ой, что это у меня? А, это я как аистов снимал на широком угле. Вот, ребенок. Я ему симедин сделаю, селеном. Вчера созванивались с Олегом Калошиным, он посоветовал добавлять в молоко ему такой препарат, как Крион. Вот. Теперь второй день. То, что для пищеварения, для всех этих тараканов, то есть пищеварительную терапию не надо прекращать. По поводу фракции АСД. Мы пока еще не созванивались. Николай Николаевич трубку не взял. Вот. Видимо, свои какие-то дела. Что у нас еще? Также идет глюкоза подкожно. Также идет витам. Физраствор. Надо для физраствора 50-кубовый шприц. Я думал, забыл. Ну, я молодец, я хороший мальчик. Так. Тотель. Ты лежи, мое солнце, лежи, мой хорош, лежи, не надо дергаться. Так, Иха где-то ускакал, такой у нас товарищ. Застаны на месте преступления, пытаются сныкать и сажать. Чернама, ты мой мальчик. Ну вот наша красота, банда енотская. Вон там мелкие уже вылезли, вовсю лазают. Нет той поверхности с каким-либо наклоном. Если за нее возможно зацепиться, они зацепятся и залезут. Так, по поводу 4 июля. Я действительно не знал, простите меня за мое невежество, что 4 июля 1900 года шхуна отправилась к земле Санникова. Вот. Я имел в виду то, что этот день, 4 июля, день независимости Америки, вот таким образом был отражен в фильме тот самый Мюнхгаузен. И здесь, скажем,
можно по-разному относиться к Соединенным Штатам Америки. Ну, давайте скажем спасибо за то, что существует такая... Два чудовища. Такая сеть интернет. Существует видеохостинг YouTube, на котором мы с вами познакомились и с которым мы с вами можем общаться и узнали друг друга с разных сторон. Ну, у нас как бы, как сказал Козьма Прутков, человек, что колбаса, чем его начинят, то его и есть содержание. И поэтому я рад, что среди нас, то, что мы с вами нормальные люди, понимающие друг друга, а не заходящие к нам для того, чтобы сказать: «А, ой, фу, господи!» Да их уничтожать надо, жечь напалмом этих людей. То, что вы понимаете, что мы делаем. То, что мы делаем с максимальным напряжением наших сил. А у меня волчачьи морды торчат. Так, все накормлены, кроме больших хищей. Я поехал на работу. А вам всем спасибо огромное. Да, по поводу тех, кто хочет нам помочь из-за границы. Вчера мы получили перевод из Израиля при помощи системы перевода ВКонтакте. Можно, в принципе, погуглить, если у кого-то из-за границы есть желание нам помочь. Мы будем очень признательны, благодарны. Вчера нам пришла помощь из Израиля. Перевода контакт нам прислали чек отправления, номер отправления. Мы приехали в один из наших калужских банков. Нам выдали сумму, которую нам переслали. Причем огромнейшее спасибо за помощь. Это мы очень признательны. Вообще признательны всем людям, кто нам сейчас помогает и кто входит в наше положение. Тут экономически все сложно и политически все сложно, вообще все сложно. Ладно, дорогие друзья, мы вас очень любим, спасибо за помощь.